По поводу декора изделий плетеных из хвои скажу, что, конечно, лучше декорировать различными природными материалами. Так получается интересный симбиоз, и все получается природное, естественное и в таких природных оттенках. Покажу некоторые изделия. Я подбирала маленькие шишечки и декорировала ножки. Единственный нюанс, когда вы собираете маленькие шишки, то собирайте уж совсем маленькие, которые слетели, потому что если они будут чуть больше, то когда высохнут, они будут раскрываться, вот как эта шишка раскрылась у меня. Потому что свойство у шишек таково, если их положить в воду, они захлопываются, закрываются, а когда они высыхают, они раскрываются. Как бы вот эти шишки, они уже никогда не раскроются, потому что они недозрелы. А эта шишечка вот раскрылась, ну, и повело ножку немножко. Вот здесь у меня тут разные шишки, большие, маленькие. Шишечки вот такими, и вот розочки. Можно где-то использовать вот на крышке, да, шкатулки. Вот, будет оригинально смотреться. Вот такие маленькие всякие шишечки можно использовать. Также можно где-то применять мох. Вот я плела такую елочку и одекорировала ее, как будто она растет. Травки. Вот чешуйки от шишек, которые белки грызли. У нас их под соснами валяется очень много. Я собрала, отрезала тут немножечко по размеру и на горячий клей горячим пистолетом приклеила друг к другу. Держится достаточно крепко. И тоже получается своеобразный декор. Также можно декорировать разными веточками. Всевозможные использовать коряги, оплетать их, вплетать. Вот такое вот блюдо сплетено и вплетены вот такие вот коряги. Смотрится тоже очень оригинально, необычно. А самое главное, что уже такое изделие не повторить. Оно индивидуальное и только будет у вас такое. Природные материалы бывают различные. Вот, к примеру, у меня тут рога оленя. Можно тоже использовать как, допустим, ручку, да, для какой-то корзины. Чешуйки от разных шишек, они тоже разные. Эта шишка, у нее, значит, такие широкие чешуйки. Можно их приклеивать, да, использовать для декора. Будет одна чешуйка. Вот чешуйки уже как бы такие совершенно странные бывают по своей форме, разные. Это вот такой вот шишки. Это сосна сабина. Она, значит, тоже имеет длинные иголки. Я тоже ими плету.